Так, ну это композиция очень старая, написал его еще американский музыкант, поэт Боб Дилан. К этой песне есть даже одноименный фильм «Достучаться до небес». Он один из таких ярых людей, который развивал фанк и разновидности всякие рок-н-ролла. Кантри – это все его.
такая композиция. Я чуть-чуть аранжировку тут в начале свое добавил, как перебором, чтобы более красивее было. Спасибо за внимание.